Данное видео было сделано для ребят, которые не знают, кто такой Седнес и откуда появился Кол. Кстати, это оригинальная фотография Кола. Привет, меня зовут Седнес. Я получил это имя, потому что грустил и всегда был грустным. У меня были друзья, одного из них звали Фанни. Он всегда был веселый и пытался меня развеселить. Второго друга звали Джой. Она всегда счастлива и всегда у меня спрашивала, почему ты несчастлив, Седнес, а я не знаю, как ей ответить. Они просто не представляют, что я увидел. Это был обычный день, как и всегда. Фанни разговаривал с Джои, а я сидел позади, как вдруг услышал, что кто-то к нам зашел. Это был наш создатель, его звали Джой. Из-за того, что он любил мечтать, мы называли его Джой Дрим. Это был для меня, нет, это был для нас шок, потому что он никогда к нам не приходил. Он подошел ко мне и начал что-то говорить. «Привет, Седнес, как поживаешь?» «Но я...» «Пойдем, я тебе что-то покажу». Если честно, мне было страшно. Он никогда не звал меня, мои друзья меня поддержали, но я все равно боялся. Создатель, куда мы идем? Подожди, скоро придем. После этого он мне не отвечал, я просто шел за ним, мне было очень-очень страшно. Мы пришли. После этого Создатель начал открывать дверь, откуда был яркий свет, я даже прищурился, но когда он открыл дверь полностью, то я был поражен. Я хотел закричать, но не мог, мне было так страшно. Это я? Не волнуйся, они не живые. Что? Создатель? Ты единственный, кто выжил после оживления, Седнес. Но почему у них нет остальных частей? Хе, я знал, что ты это спросишь. Создатель, они же верили вам, а вы их убили. И только для чего? Для веселья? Седнес, успокойся, приди в себя. Нет, зачем? Чтобы меня так же разрезали? Нет. Седнес... Так-то, Седнес, ты не понимаешь, ты еще мал, чтобы хоть что-то понимать, лучше веди себя хорошо, а то получишь такую же участь, я внятно объяснил? Да, да, Создатель. Молодец, иди к остальным, разговор окончен. Седнес, я это сделал только ради тебя и твоей жизни, ты должен это понимать. Седнес, ты в порядке? Не волнуйся, все хорошо. Создатель, почему вы это сделали? Просто так, они были ужасны, я их порезал только из-за скуки, но я рад, что у меня есть такой совершенный экземпляр, как ты. Создатель, как вы... Седнес! Не трогайте меня, вы убийцы, зачем надо было их убивать? Седнес! Не подходи ко мне! Можно к вам, ребята? Помогите мне, дайте кто-нибудь руку. Иди сюда. Нет, нет, отпусти меня, что ты делаешь? Нет, Анти! Седнес, стой, ты ему уже не поможешь. Возьми себя в руки, ты не понимаешь. Мы сейчас позовем на помощь. Наконец-то! У меня есть тело. Бенди, Бенди, скорее вставай, Бенди! Какой-то страшный дьявол съел Анти! Чё? Какой страшный дьявол? Кто? Кого съел? А где Седнес? Чёрт, Седнес! Седнес, ты где? Я должен спасти друга! Зачем? Зачем ты его? Зачем? Эйр! Только не убивайте его, а то мне кажется, что мы убьем Анти! Как ты меня вообще душишь? У меня же даже шеи нет! Не знаю, как так, но почему бы и нет? Что? Получай, чудовище! Не трогай его, там же Анти! У меня все тузы в рукаве, знаешь? А он милый! Получается, ты остался один, прощай! Нет! Ой, чувак, а ты еще кто такой? Ну все, тебе конец! Лорд? Боже мой, лорд! Я вас везде ищу, где вы пропадали. Сэмми, лучше помоги мне убить. О боже, у вас кровь, это он сделал? Ну да. А, тебе не жить. А, ты что думаешь, это так просто? Ну ладно, поиграем по-плохому.
В этом комиксе три автора, и поэтому стиль рисовки будет меняться. Также комикс не является официальной историей одного или нескольких персонажей, что это совершенно другая вселенная. Эй, пап, может расскажешь свою историю? Ладно, слушай. Однажды существовало четыре бога. Бог дружбы, богиня любви, бог жизни и бог смерти. Бог смерти видел, как другие чувства владели взаимопониманием людей и мультяшек. Ну все, спи. Вот так всегда. Привет. Ты как? Нормально. А как там Энтон? Хорошо, надеюсь, ты скоро поправишься. Извините, но вам пора. Хорошо, я иду. Эй! Ты чё вообще сюда пришёл? Давно не получал? Так-то. Ну же, беги к своей мамочке. Что ты только что сказал? Ничего. Ох, он сделает тебе больно. Ты как? Тебе не больно? Вот тут болит. Больно? Нет, ничего не болит? Ах, это несправедливо к Энтону. Точно, я с ним познакомлюсь. Все равно я новенькая, со мной тоже никто не дружит. Привет, я Лили, я новенькая в вашем классе. И толком никого не знаю. И может станем друзьями? Что скажешь? Давай. Понимаешь, люди такие злые. Просто они, наверное, напуганы того, чего не понимают. А знаешь, не все люди плохие, есть и добрые. Ой, извини, пожалуйста, но мне пора. Окей, мне тоже. Как дела в школе? Появился друг. И кто это? Человек. Что? Я недоволен. Лучше не дружить с людьми, они опасны. Но люди не все такие. Ты просто не понимаешь. Ладно, у меня есть один вопрос. А когда я увижу маму? Продолжение следует.